Император, госпожа проснулась. Простите, что прошу вас повлиять на императора. Из-за переживаний он не спит по ночам. Пока вы были без сознания, глаз не сомкнул. Если так продолжится, он заболеет. А этого нельзя допустить. Император. Любимая, не сердись. Я только хотел увидеть тебя. Только скажи, и я уйду. Подойди. Слышала, ты согласился выбрать супругу? Да. Это правильно. Раньше я хотел всего и сразу. Мне было тяжело отпустить тебя. Но когда ты упала, я осознал, что не вынесу, если в этом мире тебя не будет. Нет. Не говори так. Просто из-за твоей доброты я в конце концов сбегу. Мне дорого то время, что мы были вместе. Любимая, я не буду тебя заставлять. Просто будь со мной рядом. Хорошо? Хорошо. Любимая, ты должна скорее поправиться. Не сомневайся, я позабочусь о счастливом будущем. Через 3 дня откроется ночной рынок. Сходим? Да. Теперь в столице много нефрита и жемчуга. Торговцы суетятся. Уверена, народ очень вам благодарен. Такой должна быть столица. Братик, сестренка! Братик, сестренка, хочу ягоды в сахаре. Сладкий боярышник, 2 палочки. Это тебе. А это тебе. Спасибо. Вам спасибо. Братик, угадай, он сладкий или кислый? Я попробую. Сладкие. Братик, я хочу поиграть, можно? Хорошо. Идем. Император давно не был так счастлив. Братик, я хочу это. Хорошо, малыш. Чтобы получить приз, надо стрелами попасть в вазу. Если получится, получишь фонарик. Я попробую. Хорошо. Вот.
Сестра, вперед! Удачи, сестренка! Давай! Вперед! Удачи! У тебя все получится! У тебя получилось! Ты классный! Поздравляю, госпожа. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Да, Бао, подожди нас. Братик, сестренка, пока. Будь осторожен. Идем. Да, Бао был рад прогуляться с нами. Прости за беспокойство. Я давно не был так счастлив. Дождь. Идем, идем. Что такое? Живот разболелся. Видимо, усталость. А тут еще и дождь. Вероятно, из-за яда живот болит. Вернемся во дворец. Нет. Дело не в яде. У меня просто... женские дни начались. И что же делать? Идем туда. Туда? Идем. Кто там? Здравствуйте. Как вас зовут? Мэн. Зовите меня тетя Мэн. Тетя Мэн. Моей сестре нехорошо. Поможете? Хорошо. Давайте. Заходите. Спасибо. Поешь. Ночь будет холодной и дождливой. Принесла вам укрыться. Спасибо, тетя. Девушка, у вас очень заботливый брат. Что ты делаешь? Тетя сказала, что так станет лучше. Я лучше сама. Тебе же плохо. Лучше я. Нет. Это... здесь. Да.
О чем думаешь? О том... Как хорошо.